Вот он полигон, Володь. Вот сейчас, он полигон, а... Нам сейчас надо будет налево, наверное. Нифига себе. Слушайте. Не, я-то проехал, но идти по этому, и слышишь, все ноги будут. Я бы не перенесу. Смотри, нормально он едет. Обратил внимание? Да. Слушайте, я даже не знаю. На сколько он круг? И на сколько мы сюда будем пройти? Вот там прямо гораздо выйдет на старте. Нет, нам нужно найти любой объект. Конечно, сюда. В смысле? Что нам по этой дороге надо идти? Ну, мы сейчас по этой дороге найдем любое здание. Да, чтобы нам понять, где мы. Мы поймем, где мы. Оно здесь точно есть. На старте это только мои догадки. Нет, почему? Мы по этой дороге, может, на Старицкое проедем, Володь, но долго. Просто посмотрим сейчас, где мы, что мы. Блин, даже у тебя еще и шлепки. Для песка? Не, жарко. Ну да. Да, они вот вокруг летают, но они не жрут вроде. Потел. Чем мне так понравилось? Самое главное, что здесь вот смотри, дорога и Пысковольска. Хрен знает где мы. Ну,
тихо, тихо. Сейчас. Коня слепни-то? Я его только что прихлопнул, он упал, да. В середине полета снова полетит. Что, тут вообще дороги нету, да? Чего как так? Круто. Вон там можно пройти. Я Че? Думаешь, можно проехать? Большой патрон, что ли? У меня дома такие серебряные, чистые, только это от этого. Чисто от БМП. От пулемета, от большого крупнокалиберного. Вот это вот все, что заросло березняком, это все полностью полигон, где стреляли. Когда? Последние лет 50-70. Вот это все, что заросло березняком, там окопы, там всякие эти, там патронов валяется просто немерено. Просто да. Заросло все. Так. А сейчас остану. Пойдем, пойдем. Просто я. Я бросал стратегию. Одного убиваешь, они отстают на 5 минут. Давай, не сюда работай. Вот тут поворот на фестиваль, да? Да, да. Надо просто пойти спросить. Алён, достанешь планшет? В городе маршрутки ездят. Маршрутку города, да, да.